Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и выжать из колокольчика максимум, а мы начинаем. Факт номер один. Не пытайтесь. Стремление к более позитивному опыту само по себе негативный опыт. И как ни парадоксально, принятие негативного опыта – позитивный опыт. Нет счастья без страдания. Боль и утрата неизбежны и не стоит противиться им. Страдание во всех его формах – эффективнейший способ организма стимулировать действие. Факт номер три. Вы не уникальны. Я замечательный, остальные уроды, заслуживаю особого обращения. Я урод, а остальные замечательные, заслуживаю особого обращения. Кажется, разные суждения, но эгоизм одинаковый. Осознайте свои ценности. Ценности лежат в основе всего, что мы есть и что мы делаем. Если ценимое нами бесполезно, то все основанное на этих ценностях пойдет наперекосяк. Факт номер пять. Принимайте ответственность на себя. Мы лично несем ответственность за все, что происходит в нашей жизни, каковы бы ни были внешние обстоятельства. Мы все неправы. Нет ни правильных догм, ни идеальной идеологии. Есть лишь то, что согласно опыту правильно лично для вас, да и то не факт, что вы сделали верные выводы. Убейте свое «я». Это означает отказ от чувства, что все вам чего-то должны. Это означает отказ от эмоциональных наркотиков, на которых вы сидели годами. Восьмой факт. Не бойтесь неудач. Подлинно успешны мы можем быть лишь в том, чем захотим терпеть неудачу. Если мы не готовы к неудачам, значит нам и не слишком нужен успех. Говорите «нет». Никто не хочет увязнуть в отношениях, которые будут в тягость. Никто не хочет увязнуть в работе, которую терпеть не может и считает глупой. Никто не хочет чувствовать, что вынужден говорить неправду. Десятый факт. Помните, что жизнь не вечна. Осмыслить собственную смертность важно, поскольку это избавляет от всех пустых, шатких и поверхностных ценностей в жизни. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Тонкое искусство пофигизма» и подкаст с детальным разбором книги. Подписывайтесь на канал, выжимайте из колокольчика максимум, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».